Молоко кипит. Сейчас убежит. Так. А здесь? Мне сказали сегодня выкручиваться. Духовка не работает. Поставила тесто для пирожков с творогом. Вот. Вот такой бумажник. На газу. Вот что вышло. Лепешки. Вместо моих козырных булочек фирменных с творогом. Ну что, как-то разрулим эту ситуацию. Не мучиться же. Без вкусняшек. Вот. И с горячим молоком. Вот такой ужин. Вот такие пироги. Вуаля. И сковородка чистая. И пирожок. На бумаге. Раз нельзя в духовке, нет духовки. Сломалась. У нас все ломается. Раз нельзя в духовке, значит, будем делать на сковороде пироги. Это мое тесто любимое, сдобное, дрожжевое. Без яиц, без сливочного масла. И начинка здесь творог.